Ше и Б вроде бы. Понятно. Так, другой глазик давайте. Проверить зрение, не выезжая из села, настоящий подарок, признается Нина Сулейманова. Черновка расположена вдали от районного центра, где в обычное время и принимают узкие специалисты. Сегодня в село приехали сразу 5 докторов из Самарской поликлиники номер 15. В рамках социального проекта «Газпром Трансгаз Самара. Здоровая семья». Конечно, нужно. А как же? Мы, во-первых, далеко живем, и все-таки пожилые люди, все-таки, конечно, бы почаще бы. Жители Черновки прикреплены к районной поликлинике Кинель-Черкас, но ездить туда не всегда удобно. Очень трудно, потому что пересадок много. В Отрадном пересадка, до Черкас доедешь, на вокзале опять пересадка, туда в центр едешь. Приедешь, талонов нету, пока это мы приедем. Акция «Здоровая семья» проходит уже несколько лет подряд. Во время выездных медицинских приемных жители проходят первичные обследования, УЗИ, анализ крови, ЭКГ, а также получают консультацию и даже постановку диагноза. И направление нам дали, и даже на Самару здесь нам дают. Это очень удобно, чтобы нам не ездить в район. Проект «Газпром Трансгаз Самара» охватывает тех, кто больше всего нуждается в помощи, как в материальном плане, так и по серьезности заболеваний. Медицинские мобильные приемные выезжают и в села, и в малые города области. Это востребовано. Жители как хотят более узнать о своем здоровье. Сейчас УЗИ медицина приехала. В этом году проект «Здоровая семья» охватил 11 населенных пунктов Самарской, Ульяновской и Оренбургской областей. За все время существования проекта консультации получили более 25 тысяч жителей. Марина Матвеевична, Константин Головин. События.